Русский эзотерик 19 века Елена Петровна Фанхан, более известная как мадам Блаватская или HPP, родом из дворянской семьи на Украине. Будучи ребенком, мадам Блаватская часто имела видение и проявляла ясновидение, а также другие метафизические явления. Спустя годы она путешествовала по Европе и Ближнему Востоку, обучаясь у разных учителей и суфийских святых. Находясь в Лондоне, Великобритания, она встретила одного специального учителя индийского йога по имени Мастер Мория, который позже направил ее в Нью-Йорк в Соединенных Штатах. Оказавшись там, она основала Теософское общество в 1875 году с другими единомышленниками. Теософия, что означает «божественная мудрость», относится к эмпирическому знанию, которое приходит духовными, а не интеллектуальными средствами. Теософское общество стремилось изучить эту мудрость, лежащую в основе всех религий, и продвигала всеобщее братство человечества. Движение получило большую международную поддержку. Мадам Блаватская написала несколько важных книг по теософии, в том числе «Раскрытая Изида», «Тайная доктрина», «Ключ теософии» и «Голос безмолвия». «Голос безмолвия» представляет отрывки из священного тибетского буддийского текста, с которым мадам Блаватская встретилась на Востоке под названием «Книга золотых заповедей». Переводя эти фрагменты сама с тибетского на английский, она призывает читателей практиковать духовно ради самоотверженных целей в соответствии с учением Будды. Сегодня на «Словах мудрости» мы приглашаем вас прослушать отрывки из фрагмента 2 «Два пути» из «Голоса безмолвия» мадам Блаватской. Фрагмента 2 «Два пути». «Станешь ли ты йогом круга времени? Тогда, Олану, ученик, не верь, что пребывание в темных лесах, в гордом уединении и вдали от людей – не верь, что питание листьями и коренями и утоление жажды снегами с горных вершин. Не верь о благоговении, что это приведет тебе к цели конечного освобождения. Не думай, что сокрушая кости свои и терзая плоть свою, ты достигнешь слияния с твоим безмолвным «Я». Не думай, о жертва своей собственной тени, что исполнен будет твой долг относительно природы и человека, если побеждены будут грехи грубой оболочки твоей. Благословения не придавали цены такому достижению, когда владыка милосердия Лев Закона прозрел истинную причину человеческого страдания. Немедленно покинул он сладостный, но сиплюбивый покой тихих пустынь и из отшельника превратился в учителя человечества. Достигнув нирваны, благословенный начал проповедовать в горах и в долинах и в городах, держать речи, обращенные к людям и богам. Сей добрые дела, и ты пожнешь их плоды. Бездействие в деле милосердия преобразуется в действие смертного греха. Так говорит мудрый. Будешь ли ты воздерживаться от деятельности? Нет, не так достигнет душа твоя освобождение. Дабы достигнуть нирваны, необходимо приобрести самопознание, которое есть чадо деятельной любви.
Уподобляйся терпливому, не боящемуся неудач и не домогающемуся успеха. Устреми взор души своей на звезду, из которой излучается твое духовное «Я», на пламенеющую звезду, сияющую в смертных глубинах вечного бытия, в беспредельных полях неведомого. Облекись в постоянство, подобно тому, кто терпит до конца. Твои тени живут и исчезают, познающие в тебе, пребывают вовек. Он тот, который был, есть и будет, для которого час не пробьет никогда. Если ты пожнешь сладостный мир и покой, засевай поля будущей жизни достойными семенами. Приемли скорби рождения. Отступи из солнечного света в тень, дабы дать место другим. Из слез, орошающих знойную почву скорбей и страданий, вырастают цветы и плоды. То справедливое воздаяние кармы. Из раскаленного горна человеческой жизни, выбрасывающего черные облака дыма, поднимается крылатое пламя. Они возносятся вверх и под взирающим оком кармы. Сплетаются в чудную ткань трех светлых облачений Верховного Пути. Именуются три облачения: Нирманкая – физическое тело Будды, Самбхагакая – благословенное тело Будды, Дхармакая – истинное тело Будды, покровы совершенства. Ризи посвящения дают человеку поистине вечный свет. Он приносит ему мудрость, уничтожающую жало личности. Они останавливают для него колесо рождения. Но, ученик, они же и убивают сострадание. Ибо не могут более совершенные Будды, облекающиеся в славу Дхармакая, содействовать спасению человека. Увы, будут ли многие пожертвованы ради единого? Все человечество ради блага единого? Ведай, о начинающий то открытый путь, дорогу сиплюбивому блаженству, от которого отвращаются бодхисаттвы, тайного сердца, Будды сострадания. Жить для блага человечества есть первый шаг, осуществлять шесть светлых добродетелей – второй шаг. Облекающийся в смиренные одежды Нирманкая отрекается от вечного блаженства для своего «Я», дабы содействовать спасению человека. Достигнут блаженства нирваны, чтобы отречься от него, это конечный шаг, высочайший на пути отречения. Ведай, ученик, это и есть сокровенная стезя, избранная Буддами совершенство, теми, что жертвуют собой из сострадания к более слабым душам. Но если крылья души твоей не могут вознести тебя на высоты учения сердца, если сам ты нуждаешься в помощи и страшишься отдать себе за других, то будет предопределено робкое сердце твое вовремя. Довольствуйся внешним учением закона. И все же надейся, ибо если сокровенная стезя недостижима для тебя сегодня, она может сделаться доступна завтра. Узнай, что ни единое усилие, даже самое ничтожное, направленное к добру или к злу, не может исчезнуть из мира причин. Даже дуновение проносящего дыма не остается без следа. Жестокое слово, произнесенное в прежних жизнях, не уничтожается,
а возвращается снова и снова. Не может перечное растение дать жизнь розе, и серебристая звезда благоухающего жасмина. Не может превратиться в тернии или вальчиц. Ты можешь создавать ныне условия для твоего грядущего дня. В великом странстве причины, посеваемые ежечасно, несут в себе каждое жатву последствий, ибо неуклонная справедливость управляется миром. В могучем стремлении непогрешимой деятельности она приносит смертному или счастье жизни, или горе жизни, неизбежную карму всех его прежних мыслей и поступков. Принимай же то, что заслуги твои собрали для тебя вечную сокровищницу. О сердце, полное терпение! Не допускай уныния и будь доволен своей судьбой. Такова твоя карма, карма круговорожения твоих воплощений и судьба тех, которые в страдании и горе, рожденные вместе с тобою, радуются и плачут из жизни в жизнь, связанные с твоими минувшими действиями. Делай для них ныне, и они будут делать для тебя в грядущем. Лишь из цветка самоотречения вырастает сладостный плод конечного освобождения. К осуждению приговорен тот, кто из страха перед греховным соблазном Мара удерживается от помощи человеку. Дабы действовал только ради себя одного. Странник, жаждущий, освежит свои усталые члены в волнах потока, но робеющий перед стремниной и не дерзающий ринуться в воду, принужден изнемогать от зноя. Бездействие себелюбивого страха ради способно принести лишь дурные плоды. Себелюбивое благочестие бесцельно. Человек, не исполнивший определенное для него дело жизни, жил вообще. Следуй за колесом жизни, следуй за колесом долга, относительно расы и родичей, друга и недруга, и замкни душу свою одинаково как для радости, так и для горя. Истощи закон возмездия кармы и приобрети душевные силы для будущего воплощения. Восхитительные зрители, было приятно видеть вас сегодня с нами на словах мудрости.